команды Гарипова. И атака трактора. Седлак. Седлак! Что он творит? А за 4 секунды. Ну фантастика! Ну как он ушел от защитника? Лукаш Седлак. И Синягина переиграл. Ух! Красотища! Лукаш Седлак. Точицкий. Сейчас он попробует разыгрывать. Глотов забивает Василий Глотов. И Сочи вышел вперед. 2-1. Гол в большинстве. Глотов продолжает свою серию, получается, с набранными очками. Ну, до этого у него, правда, были результативные передачи в 4 матчах. Витаменко значит, не получилось. Воронков. У него шлем отстегнулся. Он вот так красиво заезжает и заворачивает шайбу в ворота. 4-2. Это сейчас было красиво. Да, Дмитрий Воронков, от которого мы все... Гончаров. Перекладывает шайбу Коростелев из подноги и гол! Это Никита Коростелев и очередная шайба! В зоне. Это Пилот. Против нее играет Берглунд. Кравцов. Здорово убирает Виталий. И гол! Гол! Какая красота, Кравцов! Это просто невероятно! Что же он сделал в этом овертайме? Ну, Виталий! Ну, просто невероятно! Много определяют Кузьменко! Кузьменко! Это фантастическая шайба лидера СКА! Посмотрите, что он сделал! Вот еще раз давайте посмотрим. Скидка Бурдасова, в центре Кузьменко и на носовом платочке уходит от Панюкова. И шайбу переложил.